Раді бачити вас в нашому етері. Хочемо з вами от поговорити про цей інцидент, про те, що тільки сьогодні заявили, про те, що нібито збили безпілотник у Гомельській області. Чому так довго чекали і не анонсували, ну, майже місяць? Ну, я думаю, как обычно в таких случаях, подбирает какой-нибудь необходимый политический момент. Я думаю, что это объявление приурочено к появлению Лукашенко на оборонном предприятии, к интервью со Скобеевой. И, в общем, я думаю, что это сообщение призвано показать обострение отношений между Белоруссией и Украиной, и что Беларусь стоит на охране рубежей союзного государства, и на этих рубежах даже не пролетит и самый мелкий беспилотник. Поэтому я думаю, что здесь специально гипертрофированное обозрение этого эпизода именно в русле общей тенденции. Лукашенко подчеркивает свою роль как самого единственного и самого крепкого союзника Российской Федерации, достойного, чтобы ему поставляли самые передовые вооружения, вплоть до ядерного оружия. Ну, про ядерну зброю ще поговоримо. Тобто ви вважаєте, що ось таке з запізненням, те, що ця новина з'явилася в білоруському інформаційному просторі, це таке загравання з інформаційним простором і з російською пропагандою, яка приїхала до Білорусі робити чимало сюжетів? Я думаю, що нічого случайного не буває. Поэтому это все приурочено именно к этому информационному поводу. Я думаю, что и само интервью организовано именно с согласованием белорусского руководства, иначе никто сюда бы не приехал. И, в общем, это политический информационный такой шаг, акт, который должен, ну, ознаменовать как бы новую ступень союзничества Беларуси и России. От так, до речі, про цю співпрацю Білорусі і Росії. От країна-агресора, Росія, вона зміцнює свій кордон і лінію оборону зафіксували вже в притул до Білорусі у Брянській області. Про це інформує моніторингова група «Білоруський Гаюн». Моніторинговий проект наголошує, що на супутникових знімках Planet Lab укріплення окупантів біля селища Рябинівка досягають кордону з Білоруссю. Ця лінія оборони розташована на відстані 6 кілометрів від України. Вона з'явилася наприкінці грудня і початку січня 23-го року. Фортифікаційні споруди складаються з протитранспортного рову шириною близько 12 метрів, а також з трьох рядів так званих зубів дракона, які закінчуються на відстані 300 метрів від кордону з Республікою Білорусі. От укріплення кордонів поблизу фактично, скажімо так, російсько-білоруського кордону – це частина ось цієї програми союзной державы? Ну, все дело в том, что, очевидно, российские военные не уверены в том, что в случае атаки со стороны Украины Беларусь выдержит эту атаку, потому что украинская армия имеет боевой опыт, мотивирована, и боятся, что транзитом через Беларусь украинские войска попадут или, как они говорят, диверсионно-разведные группы на территорию Российской Федерации. То есть они перестраховываются. Впрочем, то же самое делает и белорусская сторона. Так как участились случаи, как считают они, проникновения враждебного элемента, там, шпионов, диверсантов с территории России на территорию Беларуси, как говорит КГБ, то усилен пограничный контроль на границах между Беларусью и Россией. То есть, в общем, я думаю, что это именно по той причине, что Российская Федерация не уверена в том, что Беларусь собственными силами сможет удержать нападение Украины, как они считают, если такой момент случится. Ну і також Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Про це розповів самопроголошений президент Республіки Білорусь Лукашенко. І от за його словами, деякі одиниці втричі потужніші за атомні бомби, які Сполучені Штати Америки скинули на Хіросіму та Нагасакі в Японії у 1945 році. А ще Білорусь нібито має численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів і наразі відновили
5 або 6 з них. Лукашенко стверджує, що розгортання ядерної зброї – це, мовляв, стримуючий фактор проти агресорів. Більше деталей почуємо далі. Применение только причина одна – агрессия против нашей Беларуси. И это будет решение незамедлительный ответ. Я это заранее говорил уже несколько раз. Незамедлительно будет ответ. Поэтому, я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. А нам это оружие сдерживания. Не дай бог, вы поймите меня, не дай бог, мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия. Зброю стримування називає Лукашенко ядерну зброю і також говорить про те, що чимало ядерних сховищ. От хочу запитати у вас, чи дійсно Республіка Білорусь за роки своєї незалежності від Радянського Союзу і від Росії змогла зберегти ці ядерні сховища? І от таке формулювання «ядерна зброя стримування». От для чого Лукашенко робить такі заяви? Ну, при Советском Союзе на территории Беларуси было расположено 576 ракет средней и меньшей дальности и 81 ракета стратегическая «Тополь-М». И числилось 28 баз и 20 хранилищ ядерных боеголовок к этим ракетам. Кроме того, тут располагалась еще стратегическая авиация Российской Федерации и авиация военно-морского флота России, и все это были носители ядерного оружия. Так что мы можем утверждать, что от 20 до 30 хранилищ было на территории Беларуси. Другое дело, что после распада Советского Союза большая часть этих хранилищ осталась без охраны. И частично, значит, они были расхищены собирателями цветных металлов. Ценные вещи, там двери, окна и прочее. И все, что можно было унести, было похищено, но когда Лукашенко пришел к власти, он приказал взять оставшиеся объекты под охрану. Особенно это касалось объектов, на которых базировались стратегические ракетные комплексы «Тополь». Он мечтал и требовал от России, чтобы ему эти ракеты вернули. И сохранял все эти объекты, в том числе и хранилища, ну, для возможного использования в будущем. Так что я предполагаю, что именно вот эти вот хранилища, где хранились боеголовки для стратегических ракет «Тополь», Лукашенко и имел в виду, когда говорил, что у нас имеется 5-6 хранилищ, а может быть, он говорил, мы и больше подготовим. То есть это реально, и цифры реальные. А, до речі, наскільки сильно ось розміщення ядерної зброї на території Білорусі додає йому політичних балів в очах білорусів? Ну, думаю, что среди белорусов это не очень добавит ему политических баллов. И вообще белорусы как-то довольно отстраненно относятся, вот против моих ожиданий, к самому факту размещения ядерного оружия. То есть, если среди молодежи как-то это вызывает тревожные какие-то настроения, то у людей пожилого возраста, которые были при Советском Союзе и застали все эти ракеты, про которые я говорил, ну, особых тревог нет. И, в общем, я особой такой реакции, острой, на это событие не вижу. Или потому что была пропаганда долгие годы необходимости такого оружия, или потому что власть сумела убедить белорусов, что это, наоборот, добавит нашей стране каких-то очков, козырей на международной арене. Но внутри страны я не вижу каких-то особых волнений. Но вот что касается за пределами нашей страны, то и в странах Балтии, и в Польше тревожные настроения. И, в общем, полагают, что такой резкий политик, как Лукашенко, вдруг да и возьмет и использует это ядерное оружие, как ему заблагорассудится. Хотя, конечно, Беларусь никакого ядерного оружия не получает. Это российское ядерное оружие на территории Беларуси. И запустить эти ракеты Беларусь сама не может. Коды доступа все находятся у Российской Федерации. Но тут есть такая фишка.
конечно, и Путин без Лукашенко запустить эти ракеты не сможет, так как они находятся на территории Беларуси. И если, допустим, такую крайнюю ситуацию представить, то можно предположить, что спецподразделения Беларуси могут взять под физический контроль эти ракеты. Я, такая ситуация маловероятна, но если возникнет разногласие большое между Путиным и Лукашенко, применять, не применять, то может случиться все. От, до речі, кількома словами ви вже так зачепили реакцію міжнародної спільноти. Лукашенко і так не рукостисканий фактично по всьому світу. Як на його статус і його сприйняття буде впливати саме розміщення ядерної зброї на його території? Ну, розумієте, в чому діло? Запад, звісно, погорячився, і він вже відсік Білорусі все, що можна. І западні ринки, і западний транзит, и запретил полеты белорусских самолетов и движение белорусского автотранспорта. То есть у Запада нет ни одного кнута больше, и он не хочет давать ему пряника. То есть что-то такое Лукашенко посулить, чтобы он отказался от этого оружия, у Запада нет таких рычагов. Они уже все свои практические рычаги использовали, и Лукашенко живет как бы в вакууме. Его так далеко отбросили на восток, и он, в общем, считается в полном распоряжении Российской Федерации как в военном, так и в политическом отношении. Хотя он, конечно, волен в принятии внутренних каких-то решений, но надо быть реалистами. Российская Федерация, ну так скажем, как большая планета притянула маленький спутник, как Земля, Луну и так далее. То есть вырваться из этого притяжения практически невозможно. Почула вас, пане Олександре, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, Олександр Алєсін, незалежний військовий оглядач, провідний білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу.